Мы, армяне, живем на этой планете Земля минимум 19 тысяч лет после потопа. Цифры, что я озвучиваю, это не мои цифры, это научные данные, которые позволяли восстановить промежуток плюс-минус тысячи лет. От 19 до 18 тысяч лет. Ну, Homo sapiens реально живет. Арцах, армянская земля! В нем дух и родина моя! В нем сила веры армянина! Отчизна истинного сына! Скалой рожденного могучей! Я танцевал, хватая круче, зажав их твердую рукой, чтоб знали все, кто я такой, и не ходили сей к злому. Здесь поклоняются лишь Богу, здесь каждый мальчик фидаин, защитник, воин, армянин, потомок древности великих. Не будем